На сцене насельник свято Пафнутьева Боровского монастыря, победитель цели проекта «Голос 4» на Первом канале и иеромонах Фотий. Добрый вечер. Приветствую всех жителей и гостей города Витебска. Совсем недавно я был в Беларуси, и у меня проходили концерты в Минске, в Бресте и в Гомеле. И вот теперь четвертый город надо будет покорять. Сегодня также я участвую после концерта в программе Славянского базара «Открытие». Сегодня вы услышите произведения, которые звучали на проекте «Голос». Хочу вас сразу же поблагодарить за то, что вы сегодня здесь собрались, за то, что вы поддерживали меня молитвенно, поддерживали, если кто мог, интерактивно, и способствовали тому, что я вот сейчас стою перед вами, и народная любовь сделала меня своим фаворитом, хотя я победы в конкурсе не желал. Хотелось сделать просто некий сюрприз, но сюрприз удался, и даже больше. Я благодарен и Богу, и людям за такую счастливую возможность делиться с людьми своим творчеством, посылать импульсы от сердца к сердцу, ведь если искренне поешь, то и это воспринимается так же положительно. Сегодня меня аккомпанирует замечательный пианист, импровизатор, композитор Александр Тивилев. Вы услышите произведения на разных языках, прозвучат песни на испанском, армянском, английском и французском языках, и на русском даже. Нормально. Будет классика, будут мировые хиты эстрады в приложении для фортепиано. И начну я с романса, который мне дал Григорий Викторович Лепс на проекте «Голос». Он очень хотел, чтобы я его спел. Это «По дороге в Загорск». Музыка Александра Подболотова, слова Евгения Ложеевского. Понимаешь, не бой, что осень затеряла юрской удаль, и августа тысячи власть, что дороги боли, что темнеет не в десять, а вовсе, что тоскуют поля, и судьба не совсем удала. С рождением ребенка теряется право на выбор, и душе тяжело состоять в неразладе такой, где семейный сует заменил холостяцкий верлибр, и нельзя разлюбить, и противно влюбляться тайком. По дороге коли сделалось горьким на нее, коли осень набил на сердце плохая опора, и слова из романса мне некуда больше спешить. Так и хочется крикнуть в петли свое ухо шофера. И слова из
ветлистые.